Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем с тобой ежедневные награды. Лига мастеров, одна звезда. Ну ничего страшного. Надеюсь, мы сегодня доберемся до трех звездочек. Так, заходим в задание. И пойдем, наверное, сходим вначале сюда, на наших персонажей. Так, где у меня там... Где у меня паукус? Вот он. Вот он наш родненький. Так, смотрим навыки. Чего нам не хватает? Нам не хватает с тобой 7 силовых ячеек крэнгов. Попробуем найти. Мимо. Так, одну нашли. Вторая есть. А нужно 7, да? Так, 3. Пока только 3. Ну давайте еще 4. Что вы там жметесь-то, я не пойму. Так, 4. 5. Еще 2 нужно. 6 и последняя. Ну давай, 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 давай. Последнюю, ну. Да что ты микроскоп мне все это отдаешь? Дай мне, пожалуйста, силовую ячейку крэнгов. Вот. Так, ребят, нашли мы с вами ячейку. И в следующей серии нам нужно будет найти 14 комиксов. Или же сегодня по окончанию, если у нас останется с тобой пицца, то мы будем искать комиксы. Ну, а пока поднимаем уровень нашему... Подожди-ка. Подожди-ка. Поднимаем уровень мы не по укусу, а майки. Ну, по-моему, здесь... Да, нам не хватает 2000. Чуть было сейчас... Не сделал большую ошибку. Так, значит, пройти одну серию испытаний. Быстренько пробежимся, давай. Быстренько, да? Ну вот отсюда начнем, пожалуй. Раз, два, три, четыре, пять. Ничего страшного, что с нами пойдет Донателло. Я думаю, это никого не смущает. Ну что, Ксивер Монтес, хлопчик ты наш. Сейчас мы тебя быстренько накажем. Быстренько что-то не получается. Да хорош. А, я думаю, что ж у нас нет двойного удара? А потому что с нами Усаги не пошел. Вот оно что. А вместо Усаги у нас отправился кто? Донателло. Понял. Ну-ка, Лео, добивай их всех. Красавчик. Ну, главное нам пройти серию испытаний. Мы это с тобой сделали. И теперь забираем награды. Там 5 долларов, немножко опыта. И что-то там еще. Так, ну, 35 сюрикенов, 10 опыта и 5 долларов. И 100 мутагена. Так, посмотреть видео, поднять уровень персонажа. И вот, в общем, нам нужно поднять уровень персонажа. Кстати, зайдем с тобой в магазин. Открою бесплатно пак. Так, мутаген. 5 долларов. Предметы, друзья мои, у нас хватает же. Так, точно. Берем с тобой 3 ДНК на шинигами. Отлично. По жетонам у нас 485. Чуть-чуть не хватает, ребята. Я ищу, потихоньку фармлю. И, скорее всего, скоро бибопчик у нас откроется. Так, сегодня же у нас еще, кстати, испытание. Ребята, усиление технодрома обязательно нужно пройти. Я прям вот сейчас и пойду его проходить. Нечего, как говорится, тут рассусоливать. Погнали. Так, ну, Сплинтер. И вместе со своими, как говорится, черепашками. Это круто, конечно, смотрится. Прям как семейка вся в сборе получается у нас. И то, что у нас Донателло теперь сотого уровня, вообще четенько, да? А то раньше он всегда у нас тут получал звездюлей. Вот теперь Сплинтер бы еще прокачать до соточки, чтобы... Фулл команда идеальная была. В следующий раз, чтобы, когда мы с тобой пришли уже именно проходить вот это вот событие, чтобы у нас все герои здесь были сотого уровня. И тогда будет топчик. Ну, пока здесь сами справляемся, потому что уровень 40-й, и тут без проблем. В принципе, можно было бы и на автобой нажать. Все было бы даже отлично. Так, минус Кланфуд, минус Маузер. Вырубаем Бибоба. Ага, Рок, кстати, упал. Все, ребят, ну, тут, понятное дело, легче по репы проходим.
Я думаю, что второе событие тоже пройдем быстренько с тобой. Уже, наверное, последнее. Будем сами кромсать. Так, всего здесь 5 эпизодов, как ты видишь. Ну, не забывай, что здесь тоже можно будет фармить. То есть мы там с тобой фармим. Пока вот я, ребята, не играл, да, за кадром все это делал, я фармил все эти дни. То есть, сам ты видел, да, сколько там не хватает нам? Буквально 20 ДНК и бибоп, например, откроется. А рокстеди, конечно, дофигища еще нужно. Аж целых там 80 ДНК набить. Но, тем не менее, я повторю, что вот это событие самое лучшее. Во-первых, мы здесь с тобой вот этих всех классических злодеев фармим. Крэнга, бибопа, Шреддера, рокстеди. То, что нужно нам, короче. Так, переходим с тобой на третью волну. Вот они, эти голубчики стоят. За прохождение этого эпизода мы с тобой получаем ДНК на, по-моему, рокстеди, да? Насколько я помню. Ну, зачем ты это делаешь, Майки? Ну, можно было бы и без этого, конечно. Ладно, фиг с тобой. Так, и мы с тобой прибегаем. А, ну, конечно же, тут же у нас технодром, первый этаж. И так постепенно-постепенно мы с тобой доберемся до самого верхнего глаза. Ну что же, тут победа. Я в этом даже не сомневался. И двигаемся с тобой дальше. Так, рокстеди, родной мой. Так, теперь Шреддер, классика. Погнали. Ну, Шреддера мы с тобой тоже уже раскачали. Он у нас фул звезды. Я уже не помню, мы в платину ранг его все-таки не приводили, да? Нет, мы ему... Или что-то я подзабыл. Нет, по-моему, мы не перевели. Мы прокачали его до фул 5 звезд. Да. И вот он у нас теперь как бы... Все, нам ДНК на него не нужны. Единственное, что нам нужно прокачивать его это по скиллам. Ну и, наверное, платиновый ранг ему дать. Все. Больше он пока ни в чем не нуждается. Блин, ну Донни хорош. На сотом уровне Донни очень даже... Ребят, как бы в моих глазах он преобразился. Раньше он каким-то был вяленьким, а теперь он очень даже неплох. Да, ребята, и всех вас, всех моих подписчиков, всех дорогих моих друзей, как говорится, с наступающими праздниками, а точнее, с наступающим Новым годом. Осталась неделька, чуть меньше даже, и мы перейдем уже в следующий год. Надеюсь, он будет удачный, хороший, без каких-либо там приключений. Надеюсь, в скором времени кончатся все эти болячки, все эти короны и всякие там, я не знаю, вирусы. Потому что уже надоело на самом деле. Вот. Вам, как говорится, всем добра, здоровья, счастья и всего-всего самого наилучшего. Ну что еще? И надеюсь, все ваши мечты в следующем году сбудутся. Вот так вот как-то вкратце, ребята. На самом деле у меня была очень-очень длинная речь. И с поздравлениями я вам рассказывал там свои планы. Это в том видосике, где у меня микрофон накрылся. Это, ребята, я не знаю, как специально, что ли. Там какое-то у меня прям вдохновение было с вами пообщаться. Пообщался, ну, микрофон почему-то решил мне все испортить. Заранее извиняюсь, если там кого-то напугал или кто-то подумал, что у них сломался микрофон. Ребят, ну, я специально этот отрывок не стал убирать, чтобы вы хотя бы поняли, что неспроста я стал накладывать там музыку. Что есть какая-то этому причина и обоснование. Так что вот такие вот пироги. Так, ну что у нас тут? 6 волн, вы серьезно что ли? Ё-моё, ну ладно. Они все равно у меня здесь сами, надеюсь, пройдут. Без моего, в принципе, даже вмешательства. Хотя, если сейчас начну дурковать, возможно, мне придется взять в руки контроль. Так, а спринтер у меня 71 уровня. Но, в принципе, ребята, его надо будет убирать уже вот после этого поединка. Иначе ему влетит. Технодром его просто развалит в 3 секунды своими лучами. Так, отлично. Клан Фудовцы тут страдают. На тебе. Так, минус Рокстеди и остается Бибоп. Так, ну у него пониженная атака. Что-то ты, Майки, как-то вообще слабенько по нему бьешь. Переходим на 4-ю волну. Это первый этаж технодрома, получается. Так, точно.
Так, давай-ка я, наверное, все-таки сам возьму контроль. Будем сами бомбить. Так, сплинтер, давай, лупи. Неплохо он вдарил, кстати. Половину здоровья отнял. Теперь делаем проникающий. И добиваем дымовой бомбочкой. Отлично. Ну и наверху нас ждут там Рокстеди, Крэнк, Шреддер и Бибоп с массовой атаки. Донни красавчик. Так, теперь я, наверное, возьму провокацию. Ну, это чтобы уже Рафаэль мог всех добивать, допинывать. Окей. И сделаем с тобой вертушку. Козырно. Так, и, по-моему, если не ошибаюсь, у нас остался всего лишь один поединок. Ну-ка, что у нас там? Да, Крэн классика, отлично. Последний поединок. Вот так вот. Надеюсь, друзья мои, в следующем году мы, наверное, все-таки больше перейдем на стримы. Наверное. Я надеюсь, потому что у меня с января месяца будет отпуск. Не знаю, правда, с какого числа. Хотел я взять с начала месяца. Думал, ну что, Новый год посижу дома. Но, видишь, по-моему, не получится. Ну, тогда буду, наверное, брать все-таки в конце января. Там у нас, сам знаешь, новинки выйдут игровые. В принципе, в основном для второго канала. Надеюсь, наконец-то черепашки выйдут, да? Месть Шреддера. Обязательно будем играть, проходить. Тем более там кооператив. Можно будет даже с подписчиками. Ну, если, конечно, у кого-то будет такая же игра куплена. Вот, можно будет попроходить всем вместе. Может быть, Илюха присоединится. Иллинойс. Там уж посмотрим. Вот, поэтому для этого дела, ребята, я практически полностью все себе обновил. Я взял себе новый микрофон. Я взял себе еще один дополнительный монитор, стойки под монитор. Теперь у меня будет три монитора на одной стойке. Они как тут у меня все это на столе лежит. Уже и ставить некуда. Вот, что там еще мы взяли? Стрим дек я взял для этих дел. Все, конечно, это, ребята, недешево стоит на самом деле. Так, подожди, а я же хотел сплинтера-то убрать. А почему я за... Я забыл сплинтер убрать. Вот я чудик. Так, что же, что еще-то? Все, упал сплинтер. Что я еще взял? Что-то там так дофига у меня, ребят. На 150 тысяч отоварился, короче. Не помню. Ну, потом все это увидим. Потом расскажу все поподробнее. Сейчас что-то не помню. Моник, ну, монитор тоже, кстати, не дешево. 40 тысяч обошелся. Микрофон HyperX взял. Единственное, что, вот, ребята, нужно еще что-то делать с камерой. У меня камера Logitech S920. Ну что, мне кажется, она уже устарела. Я ей пользовался, если честно говоря, очень мало. Так что посмотрим. Пока больше, ну, ничего обещать и гарантировать не буду. Возможно, будет у меня еще один канал откроется, ребят. Но там канал как бы будет посвящен обычным гоночным играм. Машинки, гонки, всякое вот такое вот. Подожди, я не могу понять. А, наносим. Вот. Чисто как бы, ну, про гоночки, одним словом. Вот. И, возможно, еще будет, ребята, не мой канал без комментариев, который будет просто разгружать меня в плане того, что на двух каналах, как говорится, с комментариями иногда просто устаешь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, болтать, устаешь, друзья мои. И этот канал будет, который я буду проходить игры. Ну, например, взять тот же самый Uncharted, еще что-нибудь, да? Где можно просто проходить без комментариев. Там все и так будет ясно. Просто хочется проходить многие игры, но комментировать их не то, что даже не хочется, а просто нет сил. Но проходить их хочется. И чтобы это как бы и было приятно с полезным, можно вот в принципе так обобщить. Может быть, у кого-то есть какие-то планы, ребята. Не планы, точнее, а какие-то пожелания. Так что вы пишите в комментариях.
Надо все-таки как-то еще заняться Дискорд-каналом, чтобы мы могли там как-то с вами, не знаю, общаться, какие-то делать конкурсы и тому подобное. И меня почему-то бесит, что у меня здесь погиб Сплинтер. Если честно. Оу! Еще и майки. Ну, это потому что, ребята, я отвлекся, я начал тут общаться полностью в своих мыслях и потерял троих. Да. Плохо, очень плохо. Ну, в любом случае, награду я получу, а вот фармить Крэнга я уже не смогу здесь. А он мне нужен. Поэтому мне придется, наверное, перепройти этот этап. Пускай он и долгий очень, но он мне нужен. У нас остается что? У нас сегодня суббота. Остается один день, ребята. Воскресенье, и все. Так, Крэнг. Хотя, вы знаете, не обязательно даже. Вот тут вот можно фармить его спокойненько. Сюда не обязательно идти. Так, союзники. Стоит ли нам сюда идти? Я думаю, что не стоит. Не стоит. Блин, вот как вот. Вот сидишь, передумаешь, что лучше. Вот здесь вот фармить или вот здесь, а? На Крэнга я знаю, что очень много нужно. Вот здесь вот намного меньше. Короче, поехали. Попытаем свое счастье здесь. М-да. Счастье, по-моему, решило меня просто кинуть. Так и есть. Вообще, ничего, ребят, не дали. Вот такие вот дела. Так, ну что, а мы возвращаемся с тобой на турнирную арену. Ранг 60-й, Лига Мастеров, одна звезда. Так, ищем с тобой. Что-нибудь повыше дадут, мне интересно, нет? Скорее всего, вряд ли. Поэтому поехали. Берем Шреддера. Берем Усаги. И идем на самое начало. Раз, два, три. Попробуем отыграть абсолютно всех. Я не знаю, сколько у нас там откатов. Видимо, нам придется еще докупать. Вероятнее всего. Потому что, ну, 10 не хватит. А копить я еще, как говорится, не копил. Поэтому их там, по-моему, по минималке идет. Сейчас посмотрим, сколько их там. Ага, 24 отката у меня. Маловато. Как-то маловато. Ладно. Погнали дальше. Так, берем Шреддера. Лео. Раз, два, три. Окей. Так, ну что, здесь все намного проще. Здесь Шреддер бьет, Леонардо добивает. И, в принципе, никаких проблем вообще нету. Хотя они уже тут все не жильцы. Фух, все, готовы. Так, ну что, переходим с тобой. А, нет, мы еще никуда не придем. Какая тут у нас по... Чего? 49 на 48. Вы сейчас издеваетесь? Это как так-то? Всего одну ступеньку перепрыгнули. Эй! Вот, друзья мои, вот про это я вам в свое время и говорил. Вот как это работает? Почему всего одна ступенька? Ведь никто не погиб, ничего не произошло такого критичного. Почему так занизили? Да это то же самое, что я как будто бы, ну, просто проиграл бой, поединок. Точно так же меня на одну ступеньку перепрыгнули. Все. Ну, я-то выиграл. Понимаешь, что мило? Замечательно просто. Так, давай добивать их. С такими успехами мы с тобой, пожалуй, сегодня никуда не даем. Ни до каких там трех звездочек в Лиге Мастеров нам не светит. Так, ну что, давай посмотрим. 48-я. 37-я. 11 ступенек пролетели. Ну, хотя бы так. Чем одну. 17-23. Ну что, берем опять с собой Шреддера. Ну, здесь, наверное, уже шутить-то не стоит, я думаю, да? Давай-ка вот так попробуем.
Блин, майки. Ну, майки-то понятно, что инициатива, все нормально. А вот остальные как? Я знаю, что Карайка-то сейчас психанет. Вся надежда на Шредера. Ну-ка. Так, майки. Давай попробуем все-таки вот так ударить. Теперь Шредер. Ага, все, теперь Ванюша добивает их всех. Вот я был немножко под сомнением, что сходит ли Ванька сразу же после Шредера. Если бы он не сходил бы, все. Плакали бы наши персонажи и бы тут всех бы разобрали. А так как Ванька сходил, то, естественно, мы победили здесь. Так, ну что, 17-23 до сих пор еще есть. Шредер, Лео. Дойти до трех звездочек сегодня. А завтра уже просто с тобой добить. Ну, а в понедельник, естественно, буст. В понедельник не получится, потому что я, по-моему, буду работать, друзья. Буст, но я тебе зато скажу, что следующая неделя это у нас, как тебе сказать, та неделя, где мы с тобой после прохождения получим платиновые осколки. А если платиновые осколки у нас в кармане, значит платиновый боец какой-то новенький у нас появится. Ну а там уже будем решать, кого будем переводить в платиновый ранг. Ты знаешь, персонажей у нас очень много. И вот какого захотим, за которого больше всего людей проголосует, того мы с тобой и переведем. Так, ну что, погнал, Шредер. Хорошо, ты бомбанул, очень даже хорошо. Ну и Леонардо, естественно, добьет. Все. Эти кролики, они какие-то, знаешь, как будто из цирка сбежали. Какие-то акробаты. Самые настоящие. Ну, нет, не переходим. Седьмая позиция. Так, давай-ка мы с тобой возьмем 17-23. Оу-оу, тихо. Хотя, ладно, фиксим. Майки меня немножко тут смутил, но я думаю, что все-таки мы... Блин, а Леонардо, по-моему, не сможет его переплюнуть по инициативе. Давай-ка посмотрим, что у нас получится. Если Шредер... через удар повесит на него постепенный урон, он, конечно, не выживет. Но если промахнется, то, боюсь, нам будет плохо. Так, ну ему... все отлично. Постепенный урон повесил, значит, все, как говорится, дело сделано. Тут уже 100% будет победа за нами. Блин, как же он... толстяк этот Крэнк дергается, так еще... как толстопуст. Ну что, переходим в Лигу Мастеров. Две звезды, и нас поздравляю. 98-я позиция. Теперь дело за малым. Добраться до трех звездочек. Так, подожди. 17-23. Давайте уже конструктивно рассуждать. Вы должны мне дать 17-24. По логике вещей. Ну, почему-то не дают. Ну, ладно. Ладно. Давай, Шредер, выходи. Так, так, так. И вот так. Попробуем такой команд. Ну, тут, в принципе, пробовать-то нечего, все равно разберем. Сейчас ходит Шредер. Потом кто у нас там? Донни или Бакстер, кто-то из них, или Рафаэль. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо. Отчаянный был Майки. Это хорошо, у нас вот такая вот команда, да? А если бы, например, здесь кто-то был бы слабеньких, он бы 100% бы ушатал бы этими своими шариками. 89-е место. Окей. Так, возьмем вот эту вот команду. Опять же Шредер, опять же Лео. И кто у нас тут? Ё-моё, у меня еще персонажи дофигища. Скорее всего, да, перейдем мы все-таки до Лиги Мастеров 3 звезды. Может быть, даже там еще возьмем где-нибудь 50-е место. Было бы неплохо. Так, ну-ка, что у нас тут выходит? Отлично все получается. Как-то так.
Ну что, двигаемся дальше. И 80-е. 80-е место. А они мне не дают до сих пор 17-24, прикинь. Не дают и все, дают 17-23. И хоть ты тут тресни. Придется треснуть, чтобы перейти. Еще откат у нас кончается. Ну, слава богу, у нас денег, по крайней мере, там сколько? 1800 баксов, по-моему. Так что можно будет приобрести. Окей. Здесь всех ушатали и продвигаемся с тобой дальше. Давай, давай, заканчивай. Так, с 80-го места мы перепрыгиваем. Ага, на 71-е. На 71-е. То есть 9 ступенек всего лишь. Мало. Раз, два, три. Маловато. А враг, кстати, растет по уровню. Уже 76-й. Максималка, по-моему, 78-й, да? Сколько я помню. И они мне еще до сих пор дают 17-23. Уже должны по фулке выдавать на самом-то деле. А фулка у нас 17-24 идет. Что-то они меня здесь надуривают, по-моему. Что с тем уровнем, который мы прошли, идеально меня всего на одну ступеньку перепрыгнули. И здесь что-то не доделывают. Посмотри. Три звезды, а мы уже, считай, с максималкой деремся. Это что за дела-то? Не понял я. Так, нет, сейчас я обязан получить 17-24, вот. Причем я уже должен был получить, как игры, 3 назад. 3 поединка назад. 17-24, они мне только сейчас дали. И то с таким, знаешь, с одолжением. Так, а что у меня тут? Ага, все нормально. Так, Шреддер, клинки. Лео, добивку. А это то же самое место, да, где у нас находится Химера. Она же вот на этой горе прячется. Так, и получаем мы с тобой 54 место. 6 откатов, то есть 3 поединка. Это я заранее, друзья. 16. Так, у нас 313 телепортов еще. Так, слушай, а нам еще, блин, девичью силу. Я даже не знаю, ребят, как тут... Как нам быть-то с этой девичьей силой? Стоит ли вообще ее проходить? Пишите в комментах, или мы все-таки будем фармить лучше. Да, неделя удачная, а вот в плане того, что она мне выпала на неделю, ой, на рабочую именно неделю, это не айс. Очень много времени протратил. 2 дня, к тому же, еще и не мог играть. Вот такие вот петрушки. Так, ладно, продолжаем арену. И опять 17-23. Ну, что вы творите, а? Так, 17-24. Шреддер, Армагон. Раз, два, три. Конечно, не хотелось бы тратить кого-то еще из одного персонажа. Ну, из топов, я имею в виду. Был бы Шреддер, ну, я не знаю, там прокачан, может быть, даже по скиллам, если бы у него вот эти вот клинки были бы 7-го уровня. Мне что-то подсказывает, что мне не надо было бы брать с собой еще, например, кого-то в поддержку того же самого Армагона или Леонардо. Мне кажется, Шреддер бы уже сам бы просто справлялся на 100%. Возможно, а возможно и нет. Так, ну что, мы переходим с тобой с 54-й позиции на 46-ю. Ищем 17-24. Опять майки там, да? Ну, этот майки уже будет опаснее, потому что это 77 уровень все-таки. И я, наверное, слишком сильно рисковать не буду. Сделаем вот так вот. Интересно, Зэк будет ходить первым или майки? Зэк.
Так, шипы. Все, Майки упал. Ну и вертушка, естественно, на добивку пойдет. Прекрасно. Ну что же, продолжаем. И с 46 места мы перепрыгиваем с тобой на 36. То есть 10 ступенек ровно, да? Они мне дают 16.22. Ну как вы вообще можете такое делать-то, а? Я не понимаю. Почему вот так вот все происходит? Блин, сколько еще персонажей-то, ё-моё. С таким количеством персонажей не грех, как говорится, перебраться, да? В топчик. Но слишком долго двигаемся. Хотя, если по 10 брать ступенек, это сколько? Ну, 100 ступенек, это 10 боев получается. В принципе, не так уж и много, да? А 10 боев, это 20 откатов. Так, 27 место. 17, 24. Так, ну что, берем Лео. Берем Шредера. Раз, два, три. Окей. Многих, ребята, поздравляю, кто в этом году в этой игре в черепашках добился каких-то определенных результатов. Потому что многие мне пишут: получил такого-то, прокачал такого-то персонажа. Рэй, поздравь, поздравь. Ребят, ну, конечно, я вас всех поздравляю. Я, может быть, не пишу об этом прям в комментариях, потому что слишком много вот этих вот всяких посылов там. Рэй, я там получил такого-то персонажа, я там прокачал такого-то, такого-то. Ребят, я все комментарии читаю, я все прекрасно понимаю. Где-то могу не ответить, не написать, но это не говорит о том, что я вас игнорирую. Ничего подобного. Все нормально, все у нас, как говорится, на мази. Я просто иногда могу прочитать коммент, а потом вспомнить его, играя, например, в какую-нибудь игру, да? И этот коммент обязательно как бы может прозвучать. Вот. Иногда очень какие-то там подсказки от вас. Или вот, например, сейчас вот читал комментарий. Подписчик пишет: Рэй, зайди в ПВЗ герои, продается новый герой. Этот, как его звать-то? Твою ж налево, забыл, как его звать-то. Ну, мелкий, короче, зомбик. У меня его нету. Я зашел, да, он продается, ребят, но... Продается не как Нептун или как там. Но продается не сам герой, а продаются паки. Паки, в которых можно найти этого персонажа. Этот персонаж выпадает с шансом 5%. Но как бы этот пак стоит 1000 кристаллов. Как бы ты понимаешь, да, что это, фу-фу, это такая хорошая сумма. И я, наверное, все-таки воздержусь. Ну, столько денег платить. А, Великанус, ё-моё, Великанус, новый персонаж. Вот, но столько денег платить, там, чуть ли не по 1000 с лишним, с шансом в 5%, еще не факт, что тебе выпадет он. Ты понимаешь, к чему я? Если бы пак был бы с гарантированным Великанусом, то есть вот ты покупаешь его, и тебе гарантированно выпадает Великанус, я, возможно, бы купил бы. Но с 5% шансом это очень большие риски. Поэтому я как бы не решусь. Я, наверное, все-таки пасану. Конечно, Великанус очень нужен мне. Я бы поиграл бы за него. Причем с удовольствием. Мне кажется, наша игра стала бы еще веселее. Все-таки новый персонаж. А если бы у нас еще и был бы и каратинчик, ух, вообще было бы замечательно. Ну, нет, так, как говорится, и нет. Ну, 5% я все-таки, ребят, считаю, что это мало. Тем более, если бы он хотя бы стоил бы пак 100 кристаллов, но не 1000 же, ё-моё. Я за 1000 кристаллов могу, ты сам видел, да, купить 11 паков, открыть и получить, как в прошлой серии, 4 легендарные карты. Я больше, наверное, предпочтение отдам легендарным картам, чем одному герою. Но это лично мое мнение, ребят. Я не знаю, как бы вы сделали бы.
Но как по мне, мне вот легендарные карты просто очень сильно нужны, необходимы просто, чтобы я мог сделать какие-то новые комбинации. Конечно, по большому счету нужно не чтобы у тебя была одна карта легендарная, ну хотя бы две, лучше вообще их, чтобы было четыре, но это роскошь, я бы так сказал. Чтобы у тебя были по четыре карты легендарок, это, конечно, шикарно. Такого мне еще недолго ждать. Точнее, не скоро ждать, вот так вот. Но будем стараться набивать, выигрывать и так далее. Так, ну что, ребята, наши, как говорится, уже картишки тут заканчиваются, наши персонажи, да? И мы уже практически все, да? Кончились откаты. Придется покупать, ничего ты с этим не сделаешь. Так, 17-24, уже все на автомате дают. Берем Шреддера, берем Леонардо. А персонажей-то еще хо-хо-хо хватает. На поединков, наверное, 5 так точно. 5 поединков, если возьмем по 10, это 50 ступенек, это почти, ребята, почти топовое место. Ну да. Сейчас посмотрим. Куда мы сейчас с тобой приземлимся? Это у нас 67-й, да? Точно, да, 10 ступенек, ребят. Окей, если хватит персонажей, то это будет круто, конечно. Блин, ну я боюсь, не хватит. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. О, 4 поединка еще, да? По 10. 40. 40 ступенек. А мы с тобой на 60 какой-то, да, получается? Чуть-чуть не хватит нам. Совсем капельку. Ну, в принципе, ничего страшного. Говорю тебе, завтра мы с тобой сможем спокойненько добить. Хотя опять скинут. Ну ничего, пробьемся. Главное, что мы в Лиге Мастеров 3 звезды. Это уже плюс. Офигенный плюс. Так, Шреддер. Армагоша. Раз, два, три. Да. Еще два поединка, не включая вот этот вот. Погнали. Так, шипы пошли. Валун полетел. Вот и все. Погнали далее. Еще два боя, то есть еще 20 ступенек. 20 ступенек, это будет где-то 20 место, скорее всего, да? Да, где-то так. Ну что ж, хорошо. Так, Армагон. Шреддер. Раз, два, три. Зато укладываемся прям тютелька в тютельку, да? Все персонажи будут отыграны. Давай так сделаем. Так, половина поддуплялась там. Интересно, ракетами сможем добить? Смогли. Просто захотелось проверить. Конечно, можно было бы метнуть валун стопроцентный. Как говорится, было бы уничтожение. Но почему-то мне захотелось именно посмотреть на ракеты. Так, ну что, 38-я позиция, да? О, 34-я. И последние два отката у нас. То есть все как-то у нас уложилось. Прям прекрасно. Тын-тын-тын. Точно больше никого нет? Да? Значит, получается, это у нас с тобой последний поединок на сегодня. Пит с тремя крыльями. Странный какой-то этот голубь. И добивка от Лео. Слышно, наверное, тоже, да? Да, подобьем. Как-то так у нас получается. Какое место у нас по итогу? 24-е должно быть. Нет, 26-е. Но все равно, ребята, я считаю, неплохо. Теперь поднимаем уровень персонажа. А это именно через майки.
Вот так. И прокачиваем. Точнее, даже не прокачиваем, а ищем. Где он у нас? Да господи, куда я паукса-то все время теряю, а? Вот же он. Прокачиваем ему здесь. 14 комиксов нужно найти, ну. Насчет пиццы, ребят, не знаю. Давай попробуем. Так, один. Второй. Ну, пицца сейчас уже закончится. Все уже на пределе, ребят. Последняя. Крышка люка. Все. Пиццу под сухую потратили. И забираем здесь награды. Вот и все. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.